Two Voices на сцені шоу X-Factor. Те, що маємо, не цінуємо. Коли втрачаємо, сумуємо. Як часто ми часто забуваємо про таку просту істину? Льоша, Ваню, за стільки років дружби ви вже, напевно, розумієте один одного з півслова. А є у вас якісь спільні традиції чи, може, прикмети? Да, есть одна такая традиция. Мы в основном, когда с Ваней выходим выступать на сцену, стараемся становиться так, что вот я, получается, по левое плечо Вани, вот, а он по мое правое. Вот, получается, у нас тогда мы все не помечали получается. Цього. Тепер будем знать. И это найголовніше, до речі, потому что вдвох вы разом, вы сила, вы вдвох и пришли сюда, и вдвох поралися с теми складними речами, які протягом року вам довелося пережити. Серега, я бачу, ты про что-то замыслился. Я задумался о том, что иногда, имея в распоряжении лишь два голоса, можно добиться большего резонанса, большего отклика в сердцах слушателей, чем если в коллективе три голоса или четыре голоса. Поэтому я считаю, что в категории коллективы вы самый фирменный, соответствующий формату шоу с фактором. Спасибо огромное. Дякую. Ира. А как там, я надеюсь, что он покупает тебе цветы, там что-то такое, да? Вот. Я надеюсь, что Игорь Васильевич будет продолжать выбирать вам правильный музыкальный материал, хотя, что бы он вам ни выбрал, вы действительно крепкий, настоящий, слаженный коллектив, который уже готов ехать на гастроли. Дякую. Молодцы. Сергей, вам завжди чогось бракує, невже і сьогодні чогось не вистачило? Я вообще люблю вот такое пение, очень слаженное, атмосферное, приятно это слушать. Создается хорошая такая вот аура добра, света, какой-то чистоты, мягкости. Очень гармоничная пара, прекрасный дуэт. Все легко как-то. Казалось бы, ничего особенного, а все работает. Все вкусно, все как-то умно сделано, хорошо сливаются голоса. Вот. Может быть, нет ничего, чего-то сверхъестественного, да, то, что мы слышим, допустим, у Триоды, да, здесь другое, а работает не менее сильно, чем Триода. Я согласен в этом смысле. Замечательный номер, спасибо, друзья. Дякую. Игорь. Дякую колегам. Я так зрозумів, Іра, що ми можемо на розогріві ми у тебе можемо. А у нас, кстати, тур починається, да. Єс, домовились, хлопці, я вас вітаю. І ця пісня Бруно Марса може там звучати. Дійсно, все сказано було правильно. Саме таке виконання цієї пісні я і хотів. Красиво, спасибі акомпаніаторам, спасибі оркестру. Прекрасно зливаються голоси. Чудова пісня Бруно Марса і ви. Two Voices. Як там сказав сусідам? Two Voices. Зроблено з умом. Дякую.